Всем привет! Не так давно я показывал вам вот эти наушники Xiaomi, это Piston 3 Use Edition. Наушники просто обалденные, но кто не видел это видео, ссылочка будет в описании, посмотрите. Про эти наушники, звук вот просто супер. Тогда я их покупал за $9, 8,99 они стоили. Значит, и потом я увидел на Алиэкспрессе наушники Xiaomi, но уже Piston 3, нормальный, не обрезанный вариант. Ну, то есть, как обрезанный. В том видео я рассказывал, они отличаются, в принципе, только качеством вот этого материала шнуров, ну и самой кнопочкой, вот этими кнопочками, поэтому они дешевле. А существует еще более дорогая версия Piston 3, вот она. Я увидел ее на Алиэкспрессе, и цена была очень заманчивая, и стоили они 8,23. Да. Ну, кто в теме, тот, конечно же, сейчас улыбнулся, по одной простой причине, что вот эти наушники, они не могут стоить 8-9 долларов, потому что рекомендованная цена вот этих наушников фирмы Xiaomi 20 долларов. И вот сейчас, например, я смотрю на Алиэкспрессе, они продаются за $14. Поэтому согласитесь, что $8 для этих наушников, ну, просто ничто. У продавца было очень маленькое количество продаж, практически нулевой рейтинг. Я никогда у таких продавцов ничего не покупаю по одной простой причине, что... Как правило, случается одно из двух. Либо вы вообще не получаете товар, деньги, конечно, возвращаете, но остаетесь без товара. Либо вам присылают подделку. Поэтому я всегда обхожу таких продавцов стороной, но меня часто пытаются там какая-то молодежь переубедить, что вот, ну не все же там начинали. Все же начинали с нуля. Ну да, я согласен, что все начинали с нуля, но... Просто экспериментировать я не хочу. Это, во-первых. И, во-вторых, ну уж сильно большая разница по цене. $20 и $8. Ну, не бывает такого. Тем не менее, я начал читать отзывы под этим товаром. И смотрю, там все восхищаются. Типа, классные наушники, хороший звук, оригинал. Ну, думаю, ладно, давай посмотрим, что это за оригинал. Заказал, оплатил, и вот я их получил. Получил я их уже достаточно давно, но видео снимаю только сейчас. Давайте посмотрим на них. Упаковка нормальная, хорошая, красивая. Сзади есть наклеечки. В принципе, от оригинальной коробки Xiaomi ничем не отличается. Открываем. Внутри тоже у нас все достаточно красиво. Есть такой код, QR-код. И фирменная коробочка Xiaomi. Вот так. То есть, опять-таки, все красиво, ни к чему не придраться. Было заклеено с двух сторон скотчем. Открываем коробочку. Ну, видим запасные. Ну, не запасные, под разный диаметр, под разные уши вот эти накладочки. И, собственно, сами наушники. Наушники красивые. Достаточно. Единственное, что меня тогда смутило, это то, что вот эта резиночка, видите, она как пошорканная. Ну и, в общем-то, все остальное абсолютно оригинальное, как бы совпадает с оригинальными Xiaomi. Плетеный у нас провод в оплетке. То есть все красиво, единственное, вот в этом месте... Видите, очень немножко криво приклеена вот эта заглушечка. Ну, думаю, мало ли. Вдруг какой-то китаец собирал это дело после дня рождения, а АТК было тоже после праздника. Пропустили, не заметили, всякое бывает.
Ну и довольный, включая наушники, начиная их слушать, и вот тут я прозрел. Звук вообще никакой, как будто из какой-то бочки пластмассовой. Ну, то есть мне стало ясно, что это подделка. Это не оригинальные наушники Xiaomi, а это просто обыкновенная подделка. И меня китайцы надули. Обманули. Ой, начинаю смотреть, к чему ж придраться. Придраться-то, в общем-то, ну, не к чему. То есть доказать, что это подделка, как бы я не могу. Я снял небольшое видео, где покрутил их перед камерой в разные стороны. Ну, возможно, даже многие из вас это видео видели. Оно было, может быть, сейчас даже есть на канале, где все их показал со всех сторон. Сфотографировал. А тут еще смутило, вот в этом месте выглядывает проводок фокус. Вот видно, вот медный проводок, он выглядывает. Меня вот это тоже смутило. Я это дело сфотографировал и написал письмо в фирму Xiaomi с просьбой посмотреть эти фотографии, посмотреть видео и ответить мне, оригинальные ли эти наушники Xiaomi, либо это же подделка. На что я получил ответ, что по фотографиям и по видео они мне ничего не могут сказать. Попросили адрес, где я живу, чтобы сообщить мне ближайший адрес сервисного центра Xiaomi, куда я могу обратиться, отнести им эти наушники, и они посмотрят и скажут, оригинал это либо подделка. Ну, так как я нахожусь в России, естественно, у нас никаких сервис-центров Xiaomi здесь нету. Все-таки я еще раз их попросил посмотреть на фотографии и ответить, похожи они на подделку или на оригинал или нет. Но они мне больше не ответили ничего. То есть никаких козырей на руках у меня нету. Вот, кстати, это минус компании Xiaomi, потому что я с подобным вопросом обращался в компанию Transsend с просьбой определить, оригинальная карта памяти или нет. И Transsend четко мне ответили, расписали все, что да, это оригинал. То есть провели экспертизу по номеру, посмотрели там, да, оригинал подтвердили. А Xiaomi сделать это не смогла. Вот. И, ну, мне либо смириться было с тем, что меня китайцы обманули. Ну, в принципе, проводок здесь неплохой. Его можно, конечно, использовать. Он такой красивенький. Ну, в общем, я решил сыграть ва-банк. Я все-таки решил открыть диспут. Хотя абсолютно не надеялся на то, что этот диспут выиграю. Но тем не менее я открыл диспут. Написал вот такое сообщение, что наушники не звучат вообще никак. У меня есть оригинальные Xiaomi, которые, ну вот они, которые играют просто великолепно, а вот это никак не играет. Ну и добавил там парочку фотографий, именно вот такую фотографию с этим браком, ну и видео, которое я тогда снял, приложил. И вот, как вы сами можете видеть вот сейчас на скрине, китаец даже не стал со мной спорить. Он просто тут же мгновенно в этот же день, как увидел, через 15 часов, он просто принял мой спор и вернул полностью все деньги. В итоге у меня вот эти наушники достались абсолютно бесплатно, но, скажу честно, слушать их нельзя. То есть, ну, звук у них просто никакой. Поэтому еще раз вас предупреждаю, не ведитесь на низкую цену. И особенно, если это низкая цена у продавца с малым количеством продаж, с маленьким рейтингом. Пройдите мимо, вам оно не надо, потому что далеко не факт, что вам точно так же повезет, и вы сможете вернуть деньги обратно. И знаете, вот эти комментарии под такими лотами, они тоже очень мало что говорят, потому что большинство народу ставит 5 звезд, пишет, да, класс, оригинал, все супер, ну,
не знаю, как супер. Вот, вот это вот стенедил, вот это да, это оригинал и это супер. А вот это, ну, если вот я сравнивал с ленововскими наушниками, которые в комплекте вкладывают, то после вот этих наушников ленововские наушники хочется просто выкинуть в мусор, потому что звучат они никак. Но если ленововские наушники сравнить вот с этими наушниками, то ленововские звучат еще очень даже прилично. Ну, в общем, вот такой вот мой опыт по покупке дешевых наушников Xiaomi на Алиэкспрессе. Мне повезло, я деньги вернул. Ну, а вы думайте и будьте осторожны. Все, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.